детский развлекательный центр «Карамелька» проводит сегодня благотворительный праздник для деток с особенностями развития. У нас есть специализированное оборудование, нам хочется делиться этим, радовать детей и взрослых. В преддверии новогодних праздников нам помогла в организации этого праздника благотворительная организация «КДЗ не без добрых людей». Они обеспечили деток красивыми, хорошими подарками. Аниматоры из «Вау-шоу Харьков» устроят праздник для детей, шоу-программу. Вот, весь зал и оборудование будут в распоряжении детей и родителей. Пусть смотрят, развиваются. Наша новая сенсорная комната с новым оборудованием сегодня в распоряжении этих малышей. Просим быть небезучастными, просим нам помогать. Мы всегда за такие мероприятия. Мы хотим помогать деткам с особенностями развития. И кто хочет поучаствовать, мы открыты всегда. Детский развлекательный центр «Карамелька». Мы примем любую вашу инициативу. Все с открытой душой и сердцем, с любовью к детям. Развлекательный центр «Карамелька» сегодня проводит благотворительный праздник для деток с особенностями. Привлекли организацию ХТЗ «Не без добрых людей», чья я являюсь представителем этой организации. Это организация, которая помогает бабушкам-пенсионерам, помогает деткам. Мы ездим по детским домам, интернатам, организовываем праздники для деток, собираем подарки всевозможные. Финансирование организации главным спонсором является это основатель этой организации Иван Вырезут. И плюс все люди, которые участвуют в этой организации, делают какой-то вклад, то есть по возможности. Также мы привлекаем наших подписчиков в Инстаграме, в Фейсбуке, то есть люди, которые, ребята, которые хотят помогать. Приглашаем всех желающих помогать деткам, пенсионерам, всех неравнодушных присоединяться к нам, делать добро. Давайте введем добро в моду.